И нахлынули воды планете грозя, и, казалось, кончается век, но ему заявили, без пары нельзя, и не стали пускать на ковчег. Никакой подоплеки, не то что дракон, ни как будто не хватит еды, просто так повелось на земле испокон, что без пары не всходят плоды. А потом началось. Лучше сразу бы в гроб, все живое сходило с ума. Это только написано, будто потоп. Там такие ходили шторма. А еще под землей кто-то бил в долото, континенты дробились на пять. Как он выжил, об этом не знает никто. Да и он не любитель болтать. Только выжил. Теперь побеждает всегда переживший кровавый рассвет. До сих пор неизвестно про то, что тогда не пустили. Забыл или нет. И теперь даже если зовут, приходи, отвечает на все голоса. Нет, ребята, куда мне? Ведь я же один. Я без пары. Спасибо. Я сам. Говорил. Доживает свой век. Правда, взгляд у него как игла. А в пещере его кто-то видел ковчег. Вряд ли. Просто обломок весла. Но откуда тогда столько сил у него, если он вымирающий вид? Мы чего-то не знаем о паре его. Или он не про все говорит. То есть, опять же, это просто...